здесь находится шнурок для того, чтобы можно было прямо из кармана утянуть капюшон, и небольшое полукольцо на резинке для крепления каких-нибудь предметов. Во втором кармане все то же самое. Карман, отверстие под наушники, полукольцо и шнурок для утягивания капюшона. Задняя часть куртки немного уступает перед передней, тем самым прикрывает поясницу. Внутри все утягивается при помощи резинок и бинтами. Можно утянуть низ куртки. Сама куртка застегивается при помощи молнии с двумя бинтами. Можно расстегнуть как сверху, так и снизу. На задней части куртки находится еще один большой карман с двумя молниями. Он складной. Если расстегнуть обе молнии, можно просунуть руку насквозь. На рукавах нашей куртки в районе предплечий находится карман на молнии, в котором есть тоже отверстие под вывод наушников. То есть можно, например, сюда убрать телефон или плеер и прямо отсюда вывести наушники. На этом кармане также располагается панель Velcro для крепления патчей. Манжеты нашей куртки регулируются при помощи липучки Velcro и такой пластиковой застежки.